Отечественные фильмы – это кладезь шедевральных мелодий, отмечают музыканты. И сотни из них достойны звучать не только в кинотеатрах, но и на симфонических сценах. Главный дирижер сочинского оркестра Олег Солдатов в большой единый концерт собрал целую сюиту из российских киношлягеров. Это тоже музыка достойная, музыка, которая написана уважаемыми композиторами, известными композиторами для Большого симфонического оркестра. Но чем мы хуже, спрашивается? Почему мы не можем еще раз сыграть любителям классической музыки эти замечательные фрагменты? Их нужно собрать все воедино. Вот это как раз задача моя как дирижера, потому что в фильме все это звучит обрывисто и эпизодично. Я готов предложить моим слушателям несколько новинок, которые, конечно же, все прекрасно узнают откуда. В рамках концерта, посвященного Году российского кино, музыка экрана, в зале органной и камерной музыки прозвучат мелодии из «Бриллиантовой руки», «Старый клен» Пахмутова из фильма «Девчата», вальс Шостаковича из «Первого эшелона», а осенний марафон Андрея Петрова станет для слушателей маленьким открытием. Исполнит сочинский симфонический оркестр и фрагменты мелодии из «Сибирского цирюльника». Музыка, как известно, усиливает воздействие изображения. Здесь же, уверены музыканты, без экрана слушатель нарисует для себя свою историю.